Ну что, друзья, наконец-то, проходит коронавирус, и уже намечаются встречи, по которым я так истосковался. Так, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Я хочу сказать вам, что в ближайшее время, 16-17 октября, пройдет очередной форум Private Money 2021. Я уже присутствовал на этих форумах в 2017, 2018, 2019 году. Это было потрясающе. И вот сейчас, наконец, это снова площадка будет работать в офлайне, то есть вживую. Мы сможем встретиться с ведущими экспертами в области инвестирования, в области финансов. Там царит незабываемая атмосфера. Почему это надо делать? Собираются в одном месте огромное число людей, которые объединены общими интересами, общими идеями, и они излучают энергию. Вы знаете, что для того, чтобы стать богатым, надо общаться с богатыми людьми, надо понимать их логику, надо быть среди них, видеть их действия, то есть вот эту вот энергетику, ее впитывать, ничто не заменит это, кроме личных встреч. Поэтому я вот по ним так истосковался, и, наконец, это будет снова. Что там будет? Смотрите. Ну, во-первых, я там буду тоже. Я буду там работать, наверное, бегать, снимать интервью, снимать репортажи какие-то. Но постараюсь встретиться вот лично с теми людьми, которые просто для меня являются кумирами многие. И сейчас я расскажу, кто там будет. Смотрите, хедлайнеры PMF 2021. Евгений Коган. Это лучший инвестиционный банкир. Персона 2007 года по версии РБК. Гуру фондового рынка. Персона года 2020 в номинации «Финансы». Медийная персона года, профессор НИУ ВШЭ, автор и ведущий телеграм-канала Биткоган. Я на него подписан давно, постоянно читаю, постоянно интересуюсь. Очень интересный человек, очень живой. Я вот прямо вот лично, я с ним еще не встречался, на этот раз встречусь. Далее, Брайан Трейси, это легендарная личность, мотиватор, совершенно безумный, классик. Он очень сильно помог мне вот своей книгой «Оставьте брезгливость, съешьте лягушку». Она у меня в виде аудио, в формате аудио, и она позволила мне сделать намного больше, чем я успевал раньше. Оскар Хартман. Сегодня я расскажу вам всю правду про предпринимательство. Я Оскар, я русский немец. Родился в Джамбуле, Казахстан. Инвестор, предприниматель, бизнесмен, автор книги «Делай просто, делай, просто делай». Основатель CarPrice Activo. Ну, это просто вообще феноменальная личность. Он уже был на Private Money 2019. Это нечто, это стоит того. Ну, вот энергетика, которая исходит из него, это просто потрясает. И вот она, еще одна легенда. Александр Элдер. Александр Элдер – это, ну, тоже классик. У него есть даже, вы увидите в Квике, индикатор Элдера, индикатор силы. Это психиатр, выходец из Советского Союза. Он эмигрировал в Америку в свое время, очень интересно рассказывает. И фондовый рынок с точки зрения психиатра, ребята, что он говорит? Он говорит: послушайте, я пришел на фондовый рынок, здесь, да здесь все как у нас в психиатрической клинике. И он с точки зрения психиатра понимает движение всей толпы вот этой вот,
всех инвесторов и на этом научился делать деньги. Из этого сделал просто вот индикатор технического анализа, тоже потрясающая личность. Но, к сожалению, Брайан Трейси и Александр Элдер будут через телемост, то есть прямая связь будет. И вот он, Сергей Лауга, это организатор этого форума всего. Конечно же, он будет его вести, конечно же, он будет выступать. Какие вопросы будут рассматриваться? Ну, Евгений Коган, естественно, это инвестиции, фондовый рынок и так далее. Брайан Трейси, это мотивации. Оскар Хартман, предприниматель, инвестор в бизнес. Инвестор, прямой инвестор в компании. Это очень интересно. Александр Элдер, тоже фондовый рынок. Но кроме всего, там традиционно будет, я знаю просто Сергея Лаугу, и он очень сильно нажимает также на недвижимость. И это тоже будет совершенно точно. Долговой рынок, но это и Евгений Коган, и другие спикеры тоже будут точно совершенно там выступать. Инвестиции в недвижимость, как на этом заработать, это мне не очень близко, но там очень интересные идеи, я вас уверяю, очень интересные. И там тоже будет возможность тем, кто занимается инвестициями в недвижимость, познакомиться с интересными людьми, прямо вот вживую встретиться с теми, кто занимается именно этим делом. И самое главное, что там будет, это вот энергетика людей, которые собрались воедино и которые объединены общей идеей, общей целью, и это очень важно. Я хочу пригласить вас на этот форум также, и если вы согласитесь, то, пожалуйста, ссылочка будет под этим видео на регистрацию, но еще один момент очень интересный. Подарок от меня. Вы получите 10% скидку, если введете промокод, который также будет под этой ссылкой. Ну, а на сегодня все. Я надеюсь с вами встретиться лично. Приезжайте. Я буду пытаться успеть, по крайней мере, втиснуться, взять у кого-то интервью, потому что, ну, времени там будет крайне мало. Регистрируйтесь, ссылка под видео. И до встречи. Это очень здорово, что наконец-то можно встретиться в офлайне. Встречайтесь.